Добрый день, уважаемые участники курса дистанционного обучения, который называется «Инновации в образовательном процессе и в сфере управления образованием». Я рад приветствовать тех, кто собрался сегодня поработать. Сейчас в разделе, который мы с вами рассмотрим, поговорим о том международном опыте, практике применения инновационных методов педагогики. Откройте, пожалуйста, список основной литературы, и в теме номер один вы увидите упражнение, которое называется номер три – свод-анализ. В чем будет состоять задание? Вы видите перед собой матрицу, она состоит из